И в начале выпуска о резонансном ДТП. Тяжелый внедорожник на большой скорости вылетел сегодня на остановку возле Южноуральского государственного университета. Авария произошла в полдень. В этот момент на остановке были десятки студентов. Подробности и кадры аварии в репортаже Ксении Кузнецовой. Люди привычно сбиваются в кучу в ожидании попутного такси. А на расстоянии метра от них стоят искореженные иномарки. Этот черный Lexus совсем недавно подмял под себя несколько пешеходов и остальных отбросил на дорогу. Буквально в течение минут 5-6 уже прибыли кареты скорой помощи, машины ДПС. То есть люди начали оперативно реагировать на ситуацию. В кофейню только зашел, увидел, что девушка лежала. Все, больше ничего не увидел. Не стал подходить, потому что и так много народу. Серьезная авария произошла на проспекте Ленина. Возле Юргу иномарка вылетела прямо на остановку и стоящих на ней людей. Вот кадры с камер наружного наблюдения. Lexus мчится по проспекту в сторону Лесопарковой. В этот момент на перерез ему выезжает белый Мерседес. Уходя от столкновения, Lexus вылетает прямо на людей. В этот момент там находились десятки людей. Тяжелые травмы получают три молодые девушки, их увозят в реанимацию. Пока предварительно трех человек увезли на карете скорой помощи, количество пострадавших сейчас на всех пор уточняется, будет произведено административное расследование. По словам очевидцев, черным внедорожником управлял 58-летний мужчина. Он проезжал перекресток в тот момент, когда сигнал светофора менялся с зеленого на красный и, по идее, должен был затормозить. Обратите внимание, на съемке с камеры видно. За несколько секунд до столкновения мигает оранжевый сигнал. Пешеход начинает движение по зебре. В этот момент белый Мерседес движется в сторону главного корпуса ЮРГУ. После столкновения неуправляемый внедорожник останавливается только от удара в два маршрутных такси. Я ничего не видел. Я сидел самый последний спиной. Что я видел? Мне ударили, вот и все. Уже после столкновения водитель «Лексуса» выходит из машины, оглядывает капот и снова садится в салон. Обоих водителей, как и очевидцев, уже опросили сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Этот случай многим напоминает резонансное ДТП 2013 года, когда два водителя устроили гонку на улице Даватора. В итоге одну из машин вынесло на встречную полосу. Второй автомобиль под управлением Александра Вотина вылетел на остановку, протаранил киоски и насмерть сбил женщину с трехлетним ребенком. Сейчас полных данных о новой аварии еще нет, но очевидцы заявляют, что оказывали помощь четырем раненым. Ксения Кузнецова, Кристина Худякова, Павел Клементьев, ОТВ.